У любителей загородной жизни существует одна очень большая проблема. Это проблема кротов. Кроты – плотоядные животные, поэтому питаются они беспозвоночными, которые живут внутри земли. При этом в процессе рытья своих галерей, которые они используют в качестве огорода, кроты портят корни растений. Конечно, делает он это не из корыстных побуждений, но результат плачевный – растение погибает. В результате жизнедеятельности крота из экосистемы вашего огорода исчезают черви, лягушки, личинки. В процессе копания своих ходов кроты копают кротовины. Это так называемые вертикальные галереи, которые используются для вентиляции. Именно они портят газоны и внешний вид вашего участка. Наш совет. Кроты имеют очень чувствительные обонятельные рецепторы и очень хорошо чувствуют запахи. В частности, они не переносят запахи некоторых растений. Кроты очень не любят запахи чеснока и лука. Причем, если у вас цветник, то можно посадить декоративный лук. Он отлично впишется в ландшафт и будет отпугивать грызунов-вредителей. Существует еще одно средство борьбы с кротами. Это обыкновенная сетка, которая закапывается по всему периметру вашего участка. Защита получается хорошая, но есть очень неприятный минус. Этот процесс очень трудоемкий и недешевый. При помощи различных инсектицидов вполне реально за короткое время избавиться от кротов. Все дело в том, что грызуны очень прожорливы. Они едят червяков, личинок, различных насекомых в очень большом количестве. Поэтому избавляемся от насекомых в земле, заставляем вредителей покинуть территорию. Если все-таки принято решение избавляться от кротов данным способом, то очень ответственно следует подходить к выбору инсектицидов и применять их в разумной дозе. Кроме того, следует найти правильное место, чтобы не навредить собственным домашним птицам или другим животным. Наш совет. Борьба с кротами – дело довольно непростое. Но все же мы рекомендуем сделать правильный выбор и не применять химию на своем участке. Компания «Москитов» разработала комплекс по борьбе с кротами, в который входит не только ультразвуковой отпугиватель СКАД-49, но и механические ловушки СКАД-61 либо СКАД-62. Именно этот комплекс позволяет крайне эффективно бороться с кротами на вашем участке. Он отпугивает новых кротов и убирает старых. Не устанавливайте ловушки, когда холодно или сухо, потому что в это время кроты могут зарыться глубоко в землю. Универсальный отпугиватель СКАД-49 производит звук низкой частоты, который дает вибрацию на землю, а эта вибрация, в свою очередь, уже дает сигнал кротам об опасности. Кротов лучше всего ловить ранней весной и ранней осенью, когда они наиболее активны. Механическая ловушка СКАД-62 действует по принципу ножниц. После того, как вы взвели и установили ее внутрь кротового хода, она работает следующим образом. Крот бежит внутри хода, за него задевает пластину детектор, и ловушка срабатывает. Также ловите их в теплые дни после дождя, так как кроты тогда начинают активно искать червей и рыть ходы. Компания «Москитов» также предлагает второй тип ловушки. Это СКАД-61, ловушка плунжерного типа. Эта ловушка лишена всех недочетов, так как она не привносит в ход крота подозрительных запахов и света. Принцип действия данной ловушки заключается в следующем. Вы взводите эту ловушку и устанавливаете сверху на ход крота и придавливаете ее максимально вниз. Крот, проходя по своему туннелю, начинает его восстанавливать, в результате чего задевает пластину, и ваша ловушка срабатывает. Кроты – одни из самых распространенных вредителей в сельском хозяйстве. За счет их плодовитости и высокой скорости ведения подземных работ они могут за считанные дни превратить любой участок с газоном, садом или огородом в перерытую и неэстетичную поверхность. Наш совет – помните, что борьба с кротами включает в себя не только физическое уничтожение или изгнание этих животных. Необходимо избавиться и от прорытых ими тоннелей, в которых при отсутствии кротов обязательно поселятся пылевые мыши.